Так, ребятки, последняя волна зомби. Великана мы уже почти убили. Осталось, ребятки, уничтожить вот эту толпу. Второй великан! И три великана здесь, ребята! Три великана! Что же мне делать? Здесь три великана, ребята, все, я пропал. Три великана, я не знаю, куда мне их реально, ребятки, деть. Этих три великана, как их уничтожить, я тоже, ребятки, абсолютно не знаю. Я не знаю, что делать, как от них избавиться. Помогите! А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, ребятки. И сегодня мы, ребятки, будем играть в растения против зомби, ребятки. Продолжать нашу, ребятки, замечательную, так сказать, игрушку. Так, ребятки, ну что ж, давно мы уже с вами, ребятки, в нее не играли. И здесь опять нас, ребятки, ждут злые пираты. Так, ребятки, ну что ж, как всегда, мне предостается выбор, что мне нужно выбрать. Так, выбираем все вроде бы по стандарту. Давайте вот это, вот это, вот это. Так, и последнее, наверное, что мы, ребятки, возьмем, это, наверное, будет вот этот ежик, которого мы, ребятки, с вами открыли. Посмотрим, на что, ребятки, он способен. Ну что ж, погнали. Так, ребятки, ну что ж, игрушка пошла, погнали. Так, мне говорят, чтобы я уже сажал свои растения, ребятки, потому что уже игра, в принципе, потихоньку началась, ребятки. Так, забираем солнышки наши, потому что сейчас, ребятки, уже будут идти зомби. Что это я не сажаю, ребятки, забыл совсем. 50 же стоит, уже солнышко стоит 50, уже дешевле намного, чем было это когда-либо, ребятки. Так, ребятки, ну что ж, берем два солнышка и садим здесь, наверное, горохострел. Пускай отбивает атаку пока что медленно, пока мы будем рассаживать наши подсолнухи, ребятки, чтобы они нам приносили прибыль. И за эту прибыль мы с вами, ребятки, отличненько тогда выстроим цепочку этих. Скажите мне, пожалуйста, я вам скажу. Выстроим цепочку пулеметов и горохострелов, чтобы они убивали, ребятки, этих нехороших и злых зомбиков. Так, ребятки, ну что ж, давайте оборону будем усиливать, потому что все-таки здесь две волны зомби в этом уровне будут, ребятки. Так что придется усилить нам не только оборону, ребятки, но и саму способность, ребятки. Так, сюда давайте, так. Давайте сюда поставим, кого-то заморозим, сейчас будет идти. Так, сюда можем поставить, ребятки, капустострел и орех. Все, это все в действительности нам, ребятки, очень нужно. Так, ага, вон зомби летит. Я не ожидал, что он будет, ребятки, так быстро. Я думал, он будет с другой стороны, реально, с птицей. Так, капустострел пускай у него потихонечку стреляет. И мы сейчас добавим сюда также вот этого сюда чувака. И этого, может, его заморозит. А, нет, ребята. Он хавает моего этого. Убивайся, убивайся, быстрее. Он хавает моего. Ребятки, он съел моего этого. Так никуда не годится. Так, а где выкопать? Давайте выкопаем и посадим сюда вот такую вот штучку. И посадим сюда, ребятки, горохострельчик. Все, а вон бочку с порохом катит, ребята, я и не видел. Быстро сюда два горохострела в помощь. Бегом, бегом. Бегом убить его, убить быстро. Ага, вот злые пираты, посмотрите, уже начинают идти злые пираты. Так, ребятки, ну что ж, давайте сюда пулемет поставим, пускай стреляет, потому что... Ага, злые маленькие нехорошие зомби, ах ты негодяй такой. А ну давай стреляй. Ого, сколько их, ребята, куда же это годится? Я даже, ребятки, не знаю, с чего начать, в кого стрелять, реально. Так, ребятки, мы получаем еще одну, ребятки, один листик. И так, наверное, опять все-таки мы его используем здесь. Так, ребята, это, конечно же, все забавненько, но стоит, ребятки, отметить тот факт, что мы можем и проиграть. Это, ребятки, ни в какие рамки не влезает. Так, вот этот сюда, ребятки. Так, орешек вот этот сюда. Горохострел, ребятки, сюда. Так, там уже зомбики едят, ребятки, мои позиции хавают. Давайте еще раз. О, отличненько, ребятки, немножко, так сказать... Подушатали их. Так, еще разок, ребятки. Так, ребятки, и меня предупреждают, что приближается, ребятки, последняя волна зомби. И что это будет просто волна огромная, ребята. И я не знаю даже, что делать, потому что, ребятки, посмотрите.
Вы только, ребятки, реально взгляните на это. Здесь зомбиков просто куча. Я не знаю, как от них отбиваться. Ребята, посмотрите, сколько зомби. Вот эта война пошла. Давай, давай. Вот эту бочку с порохом надо, ребятки, каким-то образом убрать, потому что он же меня уничтожит вместе с ней. А листочков, ребятки, нету. А, у меня есть заморозка, ребята. А, нет, нету. Уже не могу использовать я заморозку. Так, ребятки, ну что ж. Катит он бочку с порохом, но мы их можем остановить вот с помощью вот такой штуки. Так, ребята, у нас есть молния. А, нет, нету, нету. Молнии у нас. Так, отсюда выкапываем, ребятки. И ставим сюда, наверное, еще один горохострел. И у нас есть, ребята, листочек. Они съели мой горохострел, я не успел, ладненько. Ну ничего, ребятки, все же мы не проиграли, а дошли. Вроде бы дошли до конца. Все, ребятки, мы с вами прошли этот уровень, это просто отлично. Наконец-то, ребятки, мы с вами выдержали эту атаку, потому что атака, ребятки, была вполне-таки большой, ребяточки. И теперь мы с вами получили вот такую свиту, ребятки. А что это в этой свите написано? Ага, ребята, это карта. Это карта, и тут машина времени мне говорит, куда мы отправляемся на этот раз, что ли. И что, мы что-то будем путешествовать, ребята? А я даже не знаю, наверное, да. Сейчас мы с вами посмотрим, что мы будем делать, ребятки. Так, что это? Ага, злой зомби, капитан зомби. Капитан зомби опять испарился, он исчез куда-то. Наверное, он убежал. Так, ага, вот и большой зомби, ребята. Вы посмотрите. Сейчас будет. Ребятки, вы только посмотрите, какие зомбики огромные стоят. Так, 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 этого сюда. Колючку. Так, ну бомбочку мы можем поставить сюда. Орешек сюда. Так, кукурузастрел, ребятки, сюда. Так, это сюда. Кукурузастрел сюда. Ну, вроде бы, ребятки, все идет по плану. Так, получаем, ребятки, забираем все, что нам нужно. Так, садим сюда вот такую бомбу. Так, сюда садим, наверное, еще одного. И сюда, наверное, еще. Пускай обдувают огнем. Огневая поддержка нам, ребятки, нужна как никогда. Давайте с вами срочно в каком-то порядке будем, ребятки, наводить здесь порядок. Потому что это ни в какие рамки не влезает, чтобы зомби, ребятки, побеждали. Так. Так, ребятки, сейчас зомбик схавает моего дракошика. И фамилии даже не спросит. Так. Так, кукурузастрелы вроде бы есть по всем у нас периметрам, ребятки. Где мы только смогли их посадить. Все отлично. Так, ежики, в принципе, тоже везде есть. Давайте на всякий случай насадим еще. Не пропадут, я так думаю, ребятки. Но в этом уровне, ребятки, будет две волны. Волны такие, вроде бы, большие волны будут. Но, тем не менее, ребятки, посмотрим, из чего вообще они состоят. Так, отлично, ребятки, мы забрали горшочек. Это просто круто. Так, ну что, ребятки, первая волна зомбиков вот идет. И вот она, ребятки, вы только посмотрите, сколько зомби. Ого, вот это огонь. Сейчас будет пожар, ребятки, сейчас будет в действительности жарко. Куда же вы идете? А, на мое болото. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы что, хотите получить по заслугам? Скажите мне. Так, ребятки, ну что, зомби с акулой, там огромный зомби пришел. Ну, он как-то слабоватенько убивается. Но надо его, наверное, как-то остановить, ребятки, и уничтожить. Так, а вот, ребятки, так, что это я тут попропускал, ребятки? Я не понял, а? Что тут творится-то, а? Скажите мне. Так, сюда, сюда, сюда. Так, ребятки, по всем периметрам мы высаживаем зомби. Ребята, ага, и здесь опять куча зомбиков, ребятки, идет. Так, поднимаем горшочек наш. О, листочек новый. Опять, ребята, откуда они идут-то? Откуда вы идете? Откуда вы идете на мою
землю. Ребятки, посмотрите, опять огромная куча зомби. Опять они вот идут. Так, давай, листочек, еще раз помогай. Так, ребятки, последняя волна зомби. Великана мы уже почти убили. Осталось, ребятки, уничтожить вот эту толпу. Второй великан! И три великана здесь, ребята! Три великана! Что же мне делать? Здесь три великана, ребята, все, я пропал. Три великана, я не знаю, куда мне их реально, ребятки, деть. Этих три великана, как их уничтожить, я тоже, ребятки, абсолютно не знаю. Я не знаю, что делать, как от них избавиться. Помогите! Так, ну что ж, давайте как-то потихонечку будем, ребятки, все-таки их убивать. Этих зомби-злых великанов. Потому что они все-таки мне мешают. Надо их как-то, ребятки, уничтожить. Так, мало листочков, ребятки, у меня. Довольно-таки очень, даже скажу, мало. Но, тем не менее, ребятки, я хочу вам сказать, что... Ага, маленькие зомби, ребятки, вон и шел, вы видели, мы его уничтожили. Это просто отличненько. Так, опять сейчас маленькие зомби, наверное, выбежит, ребятки. Из акулы, да? Но мы его, наверное, должны убить уже. Я так думаю, ребят. Я так думаю, что мы уже должны его пройти. Отличненько, дорогие друзья. И мы отбили с вами атаку этого уровня. И получили голову пирата. Круто. Вот это я понимаю по делу. Вот это я понимаю, ребятки. Вот это круто. Так, нажимаем, ребятки, дальше. Погнали дальше. Посмотрим, что нас здесь ждет, ребята. Так, у, обновление ежика. Отлично, ребята, погнали. Ежик у нас обновился. И появилась какая-то еще штука, ребятки. Но она еще пока закрыта. Нам надо будет, ребятки, еще ее открыть для того, чтобы в нее играть. Так, ну что ж, погнали дальше, ребятки. Проходи нашу замечательную игрушку. Растения против зомбиков, ребятки. Так, ребятки, и что же это? Ребятки, круто, 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 да? Ребятки, мы открыли новый уровень. Вот это да, отлично. Мы пиратов прошли. И мы переселяемся на Дикий Запад, ребятки. Там на Диком Западе будут, наверное, зомби-ковбои. Но мы, ребятки, уже с вами посмотрим на них в следующем уровне, дорогие друзья. А я вам хочу сказать, ребятки... Чтобы, если вы еще не подписались на мой канал, чтобы вы обязательно это сделали, нажмите на красную кнопочку подписаться, а также поставьте, ребятки, пальчик вверх на это видео. Также не забываем нажимать на колокольчик. Когда вы, ребятки, нажимаете на колокольчик, вы будете самыми первыми узнавать о том, что на моем канале вышло новое видео. Таким образом, вы сможете самым первым поставить комментарий, посмотреть этот видеоролик и многое другое, ребятки. Ну что ж, дорогие друзья, а с вами был, как всегда, Юра. Я с вами прощаюсь. Вы были на канале Вечное Детство, дорогие друзья. Пока-пока.